Всем привет! Очередной EDC завтрак на природе, в парке. Такой вот ветер, штурвал. 107 килокалорий в 22 граммах. Ну и, соответственно, кофеек. Трекер у нас сырный. И очень сытный, причем еще и очень соленый. Сделан в виде рыбок. Хорошо зайдет людям под пиво, но если его попробуете в кофе, черный кофе там, либо латте без сахара, я думаю, может вызывать небольшую зависимость. Хлебобулочные изделия, чипсы и все остальное такое, типа крекеров, видное. Туки и многое другое лучше не употреблять. Либо в дозированных, ограниченных дозах каких-то небольших. Пачка удобная, компактная. Как только ее строишь, будешь есть, пока все не съешь. Запечатать ее не получится. Разве что кинуть в пакет. Прикольно то, что, кстати, такие снеки пиву, они бывают разные. Бывают там с солью, это со вкусом сыра, якобы. Есть еще другие вкусы. Но злоупотреблять, опять же, повторюсь, с этим не стоит. Для EDC перекуса это может подойти, но однократно. Не на постоянной основе. А постоянной основе лучше выбрать что-нибудь менее вредное. Ну а пока, всем пока. Всем приятных завтраков на природе. Новых впечатлений и новых вкусовых ощущений. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.